Итак, по-разному воспринимается знание. Женщина нуждается в лекциях, в семинарах, беседах. Она, видите, в песне. Ты моя весна, посоветуй, пожалуйста. Мужчина так никогда не поет, посоветуй, пожалуйста. Он сам себе знает, что ему делать, что ему советует. Вот. Мужчина сам себе советует. У него разум действует таким образом, что он сам себе советчиком является, у мужчины. У женщины так разум никогда не действует. Она никогда не может сама себе советовать. Она зато очень искренне впитывает знания от других людей, если чувствует, что это правда сердцем. Когда она сердцем почувствовала, что правда, она впитывает это сразу. И полностью наполняется этим знанием, и потом в рамках этого знания живет. Мужчина не может жить в рамках знания. Ему всегда надо вылезти за рамки и получить по башке. И это нормально. Он таким образом приобретает опыт жизни. Вот, допустим, женщине показали, как плавать, она будет вот именно так плавать. Она никогда не будет плавать как-то по-другому. Но если мужчине показать, как плавать, он чуть-чуть так поплавает, а потом по-другому будет пробовать и хлебать. Потому что он мужчина, ему надо развиваться, пробовать по-разному, ему надо изучать по-разному этот мир. Но женщина никогда не будет делать так, как не показали. И если она с мужчиной вместе плавает, она говорит, ты как плаваешь, тебе как учили? Она ему говорит, она не понимает, что это он по-другому-то поплыл. Говорит, сейчас хлебать будешь. И он раз хлебает, она говорит, тебе говорила? Но он мужчина, мальчик, маленький мальчик, дайте ему ошибаться, пускай носом бьется об асфальт. Это мальчик, он должен развиваться. Если вы его ограждаете от всех, чего, всего нового, неизвестного, он не разовьется как личность. Нужно развиваться так. Но девочка, надо наоборот, обезопасить от всех трудностей. Если вы, девочка у вас маленькая, вы ей инструкцию полную, вот здесь так, есть так, это вот так, все вы ей объясните, и она будет счастлива в жизни. И надо знать все как правильно, девочки. Вот так, 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 она слушает, а? Все, она знает теперь, как правильно. Вот, например, если бы она знала, что Олег Геннадьевич будет конфетами кидать, она бы ни за что здесь не стояла. Я извиняюсь, я не ожидал, что так может быть больно там кому-то. Сегодня раздавать будем конфеты, девушки, не бойтесь.